Спасибо, пастор Алексей. Paldies, mācītājiem Aleksējiem. За ваш намек. Par jūsu mājienu. Как говорят, намек понял. Kā saka, mājienu sapratu. Потому что я хотел уже улететь. Jo es gribēju lidot prom. А пастор Алексей говорит, Bet кто mācītās... же в воскресенье улетает? Алексей saka, kurš svētdienā lido prom? Я все понял. Un es visu sapratu. Значит, надо быть здесь. Tad ir jābūt šeit. Аминь. Вера, она как импульс. Ticība ir kā impuls. Ты поймал импульс. Tu noķēri impulsu. Действуешь. Rīkojies. И приходит благословение. Un nāk svētības. Пропустил импульс. Palaid garām impulsu. Ничего не делаешь. Neko nedari. Нет благословения. Nav svētību. Давайте откроем Евреям 11 глава. Atvērsim Ebrejiem 11. Nodaļu. Самый известный стих. Pats zināmākais pantiņš. Из Библии. No Bībeles. Вера же есть Ticība ir осуществление ожидаемого īstenošana to, ko gaida, и уверенность невидимого. Un pārliecība par neredzamo. Все знают этот стих. Visi zin šo pantiņu. Любой человек, кто читает Библию, знает этот стих. Jebkurš, kas lasa Bībeli, zin šo pantiņu. Все цитируют этот стих. Visi citē. Осуществление ожидаемого. Ka to, ko gaidam, и уверенность невидимого. Un pārliecība par neredzamo. Я сегодня хочу говорить. Es šodien gribu runāt. Об уверенности. Par pārliecību. Потому что мы много чего делаем. Tāpēc, ka mēs daudz ko darām. Но иногда не имеем плодов. Bet dažreiz mums nav augļu. Не имеем результата. Nav rezultātu. Мы много во что верим. Mēs daudz kam ticējām. Верим в исцеление. Ticam dziedināšanai. Верим в пробуждение. Atmodai. Верим в спасение семей. Glābšanai ģimenēs. Верим, что Царство Небесное будет расширяться. Ticam, ka Dieva valstība izplatīsies. Но иногда нашей уверенности не хватает. Bet dažreiz mūsu pārliecības trūkst. Ведь на самом деле, Bet patiesībā, чтобы нам прогрессировать, lai mēs progresētu, нам нужно быть сильно уверенным. Mums jābūt stipri pārliecinātiem. Уверенными на 100%. Pārliecinātiem uz 100 punktiem. В этом секрет успеха для всех. Veiksmes noslēpums ir priekš visiem. Или это христиане, или это не христиане. Kristieši vai nekristieši. Уверенным людям легче жить. Pārliecinātiem cilvēkiem vieglāk dzīvot. Уверенным людям легче идти. Pārliecinātiem cilvēkiem vieglāk iet. Аминь. Аминь. Kad человек сомневается, когда человек шаубас, не до конца утвержден в этом, līdz galam nostiprinājies tam, то ему трудно. Viņam ir grūti. Его легко соблазнить. Viņam viegli viņu piedaudzīt. Его легко остановить. Viegli apturēt. Его легко обмануть. Viņu viegli pievilkt. Потому что он не уверен. Tāpēc, ka nav pārliecināts. Ну, kā tu уверен? Tad, kad tu esi pārliecināts. С тобой ничего нельзя сделать. Ar tevi neko nevar izdarīt. Ты просто идешь и все. Tu vienkārēji un viss. Мой целых 100 лет строил корабль. Mums 100 gadu cēla kuģi. Представьте, какая нужна уверенность. Kāda bija vajadzīga pārliecība. Чтобы 100 лет стоять на одном откровении. Lai 100 gadu stāvēt uz vienu atklāsmi. Не год. Nevis gadu. 100 лет. Bet 100 gadi. Он имел откровение. Viņam bija atklāsme. Что надо построить ковчег. Ka vajag uzcelt šķirstu. Не было никогда дождя. Nekad nebija bijis lietus. Даже никто не предполагал, что он пойдет. Pat neviens nevarēja iedomāties, ka tas iet. Он был один на земле. Bet bija viens uz zemes. Это Ной. Nos. Он был уверен. Viņš bija pārliecināts. И строил корабль. Un cēla kuģi. Целых 100 лет. Vesels 100 gadi. Вложил свои деньги. Ieguldīja savu naudu. Заставил работать свою семью. Piespied strādāt savu ģimeni. Весь мир считал его сумасшедшим. Visa pasaule uzskatīja viņu par ārprātīgu. А он все равно делал. Bet viņš tik un tā darīja. Viņš bija уверен. Viņš bija pārliecināts. Kad tu уверен. Tad, kad tu esi pārliecināts. Ты неостановим. Tu esi neapturams. Почему многие остановились? Kāpēc daudz ir apstājušies? Когда было пробуждение. Tad, kad bija atmoda. И Бог пришел в наши земли. Un Dievs atnāca uz mūsu zemi. Это было для нас новое. Prieš mums tas bija kaut kas jauns. И много людей было привлечено в пробуждение. Daudz cilvēki bija piesaistīti atmodai. Многие люди переживали прикосновение Божие. Daudz cilvēki pārdzīvoja Dieva klātbūtni. Все было по-настоящему. Viss bija pa-īstam. Чудеса происходили. Brīnumi notika. Люди получали прощение, cilvēki освобождение. Piedošanu, atbrīvošanu. Все горели. Visi dega. Не было никого, кто не горел. Nebija neviena, kurš nedega. Все кричали, Visi все молились. Kliedza, lūdza. Никого не надо было заставлять евангелизировать. Ar spēku. Везде все проповедовали Евангелие. Visur visi sludināja evaņģēliju. И потом раз как-то жизнь начала меняться. Un pēc tam dzīve sāka kaut kā mainīties. Я смотрю, некоторые люди сейчас просто в лучшем случае ходят в церковь. Даже cilvēki, ну, labākā gadījumā nāk uz draudzi. Раньше. Bet agrāk. Была уверенность другой. Bija pārliecība savādāka. А кто-то вообще не ходит в церковь. Bet kāds vispār nenāk uz draudzi. Он уже не уверен, что надо идти в церковь. Viņš jau nav pārliecināts, ka jānāk. Уже не уверен, что это гарантия спасения. Viņš nav pārliecināts, ka tā ir glābšanas garantija. Уже не сильно уверен в том, что церковь – это благословение. Ka draudze ir svētība. И поэтому даже не приходит на воскресные собрания. Nenāk uz svētdienas sapulcēm. Так вот, когда у нас уверенность, Tad, lūk, kad mums ir pārliecība, у нас все получится. Mums viss izdosies. Аминь! Аминь! Потому что мы можем что-то осуществлять. Tāpēc, ka mēs varam kaut ko īstenot. Но если нет уверенности. Bet ja nav pārliecības. Вот это вот 100% уверенность. Šī 100% pārliecības. В этом и есть весь секрет. Tur arī ir viss noslēpums. Ты не можешь получить исцеление. Tu nevari saņemt dziedināšanu. Ты молишься. Tu lūdz. Ты читаешь Библию. Nelas Bībeli.
Помазанники за тебя молятся. Свадите лучше про тебя. А исцеления нет. Где нашим сном? Подумай об уверенности. Подумай по парлице. Уверен ли ты? Войду если парлице. На все сто. Узвисем цимц. Что ты исцелен? Кто если дзиеденац? И когда ты будешь уверен. Он тот, кто будет парлице. Когда ты придешь к этой уверенности. Когда однако спешишь парлице ибас. То соединится осуществление ожидаемого. Тогда обвиносе сто коту гайды. И уверенность невидима. Он парлице и парнерзаму. И произойдет чудо. Он ты унотик сбрину. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Представьте, сколько людей в Библии. Стадите спрашивать, где у целых Библии. Они были уверены. Вы не бей парлице. В том, что избрали. К изрядят. И когда наступала эта точка совершенной уверенности. Вот этот пенальти спилный гаспарлицем с пункт. Когда Павел евреям пишет, он говорит, я хочу, чтобы у вас была совершенная уверенность. Евреям ракстей сгрибло им свои пилные парлицы ибо. Хотя можно на кусочки разбирать, а вот каждый кусочек он уверен. Ты уверсадал и погабал и не обедкать, вот сгабал и жбус парлицы над. Аминь. Аминь. В 90-е годы в Сибири был один целитель. 90-е годы в Сибири был один дзеднекс. Он всех исцелял поленом. Он дзедна висус арбальти. Просто к нему приезжали, он брал поленом. Певень, амбросович, по ним буам, и он вам. И люди исцеляли. Он человек-то бы дзеднаты. И его так и называли, целитель с поленом. Он та венер исцелот, дзедната с арбальти. И все к нему ехали. Он виси брауца певень. Чтобы исцелиться. Лай дзеднатус. И он говорит, вот это полено. Он человек, вот щи смец. Сейчас я вас шандарахну. Эй, стулите вам, я могу шарвиню. И вы будете исцелены от рака. У него был себе дедна от новежа. И человек говорит, хорошо. Он человек такой лабы. И он его бил поленом. Он еще не ситер мету. И человек исцелялся. Он человек стал дзеднат. И знаете что? Он знает кого? Это работало. Это страдая. Потому что сам этот мужик, тапец, капац, шис, вин, он был уверен, вич, бей, парлец, что это полено святое. Как шис мецер свец. Он просто был уверен. Он говорит, бей парлицинат. И когда к нему приезжали люди, он заставлял их быть уверенным. Он говорит, я отбрал целых, он же пеет, ведь ним будет парлицинат. А знаете, есть в медицине такое понятие, как плацебо. Медицина это от парлицы, сопротивника плацебо. Это таблетка, которой ничего нет. Та таблетка, которая не кашляет. Пустышка. Тукша. То есть тебе врач говорит. Арсака. Если вы выпьете эту таблетку. Я ее съедаю, что таблетка? То вам 100% поможет. Это 70 пунктов им сполезает. Ты не знаешь, что это за таблетка. Он тут не знает, что это таблетка. А он знает, что эта таблетка вообще не от этого. Ведь он знает, что эта таблетка весь парный канал. Он тебе говорит, 100% поможет. Ведь он знает, 70% парлы. 100%? 70 пунктов. 100%. 70 пунктов. Ты берешь эту таблетку? Ты понимаешь, что таблетка? Она вообще не от почек. Вы не видите парного преднерем. Он говорит, это от почек. Он всегда с нерв сделан. Ты его упиваешь. Ты издер. И исцелен. Он носит дзеднац. Аллилуйя. Аллилуйя. Она ж нет почек. Ведь нет нет почек. Не? Твоя уверенность. Того парлица ее. Сделала ее от почек. И издари то таблет. Два человека лечились у врача. Дивь человек арсаяс пе арста. И у обоих было подозрение на онкологию. Он обеим би айздумас уз онкологию. И он говорит, нужно сделать контрольные снимки. Мы человек вайгус тайсит контрол узнем. Взять все анализы у вас. Висе с анализ паняем винем. И он просто перепутал снимки. Мы человек кажется, сай, вот еще с узнем. И когда пришел, реально здоровый человек. Он куда то нац, реал, весел, стилакс. И он взял снимок. Винч паняем узнем ему. Говорит, ой, он я такой, сожалею. Мен лед жал. У вас очень плохие показатели. Слыкты рады тай. Мы, наверное, не сможем вам помочь. Мы с лайком не спасем им сполить. Снимки очень плохие. Узнем лед слыкты. И не поможете. Он не полидзес. Не поможем. Не полидзес. И он ушел. Он венчаюсь гад. Пришел второй. Одна цуотрис. Врач посмотрел снимок. Арс катас. Узнем. Я вас поздравляю. Сакай си усапсвейца. Ничего не подтвердилось. Не казнавам степернаес. Вы полностью здоровый человек. Человек пилный, весел, стилвакс. Человек, что правда? Кас потесиба? Ну вот, смотрите снимки. Ну, скатайте, с узнем. 100% здоровье. 70 пункт веселибс. А почему мне тогда плохо? Бет капец мене ж слыкты. Я не знаю, почему вам и плохо. И снизим капец им слыкты. Ну, полностью здоровый человек. Бет ю сосед пилный, весел стыл. Идите домой. И я тут маю. И человек пошел и исцелился. Он человек сайзгай, он тапец единац. Уже ему врач сказал. Тапец, ка вене марс потейца. Снимок. Узнем умс. Он поверил. Винч нотицей. То есть стал уверенным. Винч клюва парлецинат. Ты ж не можешь заглянуть внутрь себя. Ты так не верь себе искатаетесь. Чтобы на самом деле обнаружить. Лепатэ себя ира удзит. Здоров ты или болен. Вэй, то есть весел свой слимс. Ты слушаешь свои симптомы. Ту клаусис сэу симптом. Они с тобой разговаривают. Ум винь ар тэви им руна. Они тебе диктуют. Ум винь тэу дикте. Ты не можешь заглянуть в финансовый мир. Ты не врискаешь финансовое посол. Для того, чтобы прочитать, на каких деньгах написано, что они предназначены тебе. Ка узнал от сирузок стоит, ката спедер тел. Поэтому с тобой разговаривают долги. Та пейсер тел им руна аппарат. Они говорят, что ты неудачник. Винь сэк, кто если не вейкс менекс. Ты никогда с ними не рассчитаешь. Ту никогда не тиксы галар парады. А если бы ты смог заглянуть в финансовый мир? Спейсти и искатить из финансовое посолы. А Бог сказал. Бедил стоится.
Сокровища придут к тебе. Nāks dārgumi pie tevis. Достояние народов обратится к тебе. Tautu bagātība nāks pie tevis. И там лежат склады. Un tur guļ krājumi. Написано для пастора Алексея. Kur ir rakstīts priekš mācītāja Alekseja. Реконструкцию. Инструкцию viņš iedeva. А там лежит. Tā, tur guļ. Или еще для кого-то. Vēl kādam. Или для миссии. Vai misijai. Или еще для чего-то. Vai vēl kādai lietai. Если бы ты только увидел. Ja tu tikai ieraudzītu. Что есть твой склад там. Ka visa tava noliktava tur. Там все эти средства. Tur visi šie līdzekļi. Предназначены для тебя. Ir domāti priekš tevis. Ты бы стал уверен. Tu kļūji pārliecināts. И они бы пришли. Un tie atnāktu. Но из-за того, что у нас нет вот этой 100% уверенности. Dēļ, ka mums nav šīs pārliecības. Богу трудно что-либо сделать в нашей жизни. Dievam grūti izdarīt kaut ko mūsu dzīvē. И в результате. Un rezultātā. Мы осуществляем как-то вяловато. Mēs īstenojam kaut kā lēnām. А потом еще хуже осуществляет. Вы знаете, весь мир работает по одной схеме. Знаете, весь посол страда по одной схеме. Внутри нас есть способности. Мусос якча ир спеес. Я их запускаю в дело. И стас идарбину. Получаю результат. Саньму результату. И результат. Он результат. Дает мне уверенность. Додмам парлеци. Что я молодец. Кэсэс умалацис. И тогда я еще больше делаю. Он тогда свел вайрак дару. И еще больше делаю. Он вел вайрак дару. И еще больше делаю. Он вел вайрак дару. И когда я это делаю, дару, я все больше и больше уверен. Es vairāk, vairāk esu pārliecināts, что надо это делать? Ka tas ir jādara. Аминь. Аминь. А когда я делаю это? Bet tad, kad es to daru, без уверенности. Без пārliecības. Ну, допустим, я делаю, потому что ну, надо. Kaut, ну, дару, тāpēc, ka jādara. Вот как люди на работе работают. Ну, как человек страда дарма. Они ходят на работу, потому что надо. Viņi iet uz darbu tikai tāpēc, ka vajag. Потому что надо кушать. Tāpēc, ka vajag ēst. Надо квартплату заплатить. Apmaksāt dzīvokli. Надо машину заправить. Vajag mašīnu. Поэтому я иду на эту работу. Tāpēc es eju uz šo darbu. Я ее ненавижу. Es to ienīstu. Я ее не люблю. Es nemīlu to. Вы знаете, что молитвы, которыми молятся люди, некоторые никогда не будут отвечать. Лукшинс, ар курам цилвайк луз, не будут даже никогда отбилдаться. Если ты у Бога просишь, Бог дай работу, я туда им саки, Диос, дод ман дарбу, у него нет работы. Виням нау дарба. В Египте есть работа. Египте ир дарбс. Туда иди. Эйус турени. Там ее много. Tur viņas ir, tur tās ir daudz. И фараон нагрузит тебя работой еще. Фараон тебе даст darbu vēl. У него много работы. Viņam ir daudz darba. У Бога есть бизнес. Dievam ir biznes. Виноградник. Vīnogulājs. Житница. Krātuves. Поле. Lauks. Стада. Ganāmpulki. Аминь. Аминь. Пока ты в этом не уверен. Kamēr tu neesi par to pārliecināts. Хоть бы какую работу найти. Tu kaut kādu darbu. Или люди просят квартиру. Un kad cilvēki prasa dzīvokli. У Бога нет квартиры. Dievam nav dzīvokļa. Где вы видели, что Бог обещал квартиру? Kur jūs redzējāt, ka Dievs ir apsolījis dzīvokli? Бог, дай мне квартиру. Dievs iedod man dzīvokli. Вот мне нет квартиры. Viņš saka, man nav dzīvokļa. Как я могу дать то, чего нет? Kā es varu iedot to, kā man nav? У меня есть дома. Man ir mājas. Видите, как я вас хорошо научил? Redzat, kā es labi jūs iemācīju? Теперь вы будете правильно молиться. Tagad jūs pareizi lūksiet. Аминь. Аминь. Когда люди идут в свое призвание. Tad, kad cilvēki iet savā aicinājumā. И думают, надо мне это, не надо мне. Viņi domā, vajag man to vai nevajag. Служитель, я не служитель. Kalpotājs vai neesu. Во Христе Иисусе. Jēzu Kristu. Иисус сказал. Jēzus teica. Вы за мной следуйте. Jūs sekojat man. Я сделаю вас ловцами человека. Es darīšu jūs par cilvēku ķērājiem. Все остальное второстепенно. Viss pareizi ir otršķirīgs. Дьявол хочет. Velns grib, чтобы мы обращали внимание на второстепенные вещи. Lai mēs pievērstu uzmanību otršķirīgām lietām. Вы заметили, что все богатые люди? Jūs ievērojat, ka visi bagātie cilvēki? Не всегда обращают внимание, как они одеты. Nevienmēr pievērš uzmanību tam, kā viņi ir apģērbušies. Потому что для них это не важно. Tāpēc, ka viņiem tas nav svarīgi. У них есть важная вещь. Viņiem ir svarīga lieta. Они хотят заработать деньги. Viņi grib nopelnīt naudu. Они думают о великом прибыли. Viņi domā par lielu ienākumu. И поэтому некогда подумать за пиджак. Tāpēc nav laika padomāt par žaketi. Он смотришь, он вышел. Dažreiz skaties, iznāca. Он миллиардер. Миллиардер. Как-то одет не очень. Bet apģērbies ne visai. Потому что это ему не важно. Tāpēc, ka viņam tas nav svarīgi. Вот это дьявол. Tas ir velns. Он хочет наше внимание viņš grib mūsu перевести на неважные вещи. Pārcelt uz nesvarīgām lietām. Когда евреи сказали, мы хотим служить Богу. Tad, kad ebreji teica, mēs gribam kalpot Dievam. Фараон сказал. Фараонs teica. Что у них за мысли? Kas viņiem padomām? Надо им побольше работы дать. Vajag vairāk darba iedot viņiem. Пусть больше работают. Lai vairāk strādā. И люди работают. Un cilvēki strādā. Вы знаете, чем занимаются в основном люди? Знаете, арку нодрубаясь парсвара цела. Они решают дьявольские вопросы. Viņi risina velna jautājumus. Думают, как выплатить долги. Viņi domā, kā apmaksāt parādus. Думают, как исцелиться. Kā dziedināties. Думают, как восстановить семью. Domā, kā atjauno ģimeni. Думают, как родить детей. Kā piedzemdēt bērnus. И дьявол их грузит. Un velns viņus grūzit. Piekrāv, и еще я об этом думаю. Un vēl par to padomā. Еще я об этом думаю. Un vēl par šito padomā. Еще я об этом думаю. Un vēl par šo padomā. И человеку некогда. Un cilvēkam nav kad. Служить Богу. Kalpot Dievam. А Иисус сказал. Bet Jēzus teica. Ищите небесное царство. Meklējiet Dieva valstību. А все остальное. Bet visu pārējo.
само решится. Pats tiks atrisināts. Пока ты пытаешься решить дьявольские вопросы, которые он тебе поставил. Centies atrisināt jautājumus, ko viņš tev ir uz... Я смотрю, люди в церкви. Cilvēki draudzē. Почему-то все время о чем-то заботится. Nezinu, kādēļ vienmēr par kaut ko ir norūpējušies. Как мне вот это сделать? Kā man to izdarīt? Как мне этот кредит закрыть? Kā man to kredītu aizvērt? Я говорю, ты кредит возьми. Es saku, paņem kredītu. А потом выплачивай. Pēc tam izmaksā. И у тебя голова все время болит. Un tev galva visu laiku par to sāk. Как его выплатить? Kā to izmaksāt? Не можешь, не выплачивай. Nevari, neizmaksā. В Библии же написано, праведник смел, как лев. Библия же написано, праведник смел, как лев. Библия же написано, праведник смел, как лев. А долги отдают только трусы. Bet parauc atdot tikai bailīgie. Ну, стань свободным. Kļūsti brīvs. Знаете, когда у нас началась война, jūs zināt, tad, kad mums sākās karš, у меня вообще переоценили все ценности. Man visas vērtības pārvērtējās. Когда люди за что-то держатся. Tad, kad cilvēki pie kaut kā turās. О чем-то думают. Par kaut ko domā. Как мне устроить свою жизнь. Kā man iekārtot savu dzīvi. Как мне построить дом. Kā man uzcelt māju. Как мне машину иметь. Kādu mašīnu. Как мне там счет в банке. Kā man rēķinu bankā. Миллион переселенцев. Es skatos, миллионс бегли. Оставили свои дома. Оставили свои мои. Оставили свой бизнес. Savu бизнесу. Оставили свои сбережения. Оставили savu скраю. Оставили свои вещи. Savas lietas. Оставили все. Отстая visu. Спасали только души. Изглаба tikai dvēseli. Просто сбежали. Vienkārši aizmuka. И думают, ничего un страшного. Nekā briesmīga. Начнем с нуля. Sāksim no nulles. Когда сейчас приезжают пророки. Kad tagad atbrauc pravieši. И пророчество. Un pravieto. Недавно приезжала одна пророчица. Nesen atbrauc viena praviete. Ну, в другую церковь там. Uz citu draudz. И она пророчество. Un viņa pravietoja. Здесь будет война. Šeit būs karš. Все-таки будет война. Bet tomēr būs karš. Продавайте дома. Pārdodiet mājas. Уезжайте подальше. Aizbrauciet tālāk. Здесь будет война. Šeit būs karš. И один брат так проникся. Un viens brālis tā ar to. А он только дом начал строить. Ja viņš tikko sāka celt māju. Уже вложил кучу денег. Jau ieguldīja veselu kaudzi naudas. Кому продать, кому продать, кому продать. Кому пардот, кому пардот. Никому не надо. Nevienam nevajag. И он такой в панике каждый день. Un viņš tādā panikā. Почему никто не покупает? Bet kādēļ neviens nepērk? Мне надо срочно продать. Man vajag ātri pārdot. Пророчица сказала. Pravietē teica. И не можешь продать. Un nevar pārdot. Ну, мы общаемся. Nu, mēs runājāmies. А я говорю, а когда Иисус придет? Es saku, bet tad, kad Jēzus atnāks? Иисус, подожди, я сейчас teiksi, дом продать надо, подожди. Ты пока не уходи, подожди, вот здесь, подожди. Сейчас я быстро дом продам и все. Pārdošu māju un viss. Когда Иисус придет? Tad, kad Jēzus atnāks? Какой дом? Kāda māja? Какие машины? Kādas mašīnas? Какие сбережения? Kādi krājumi? Забирай меня, Иисус. Paņem mani, Jēzus. Я твой навсегда. Es esmu tavs uz visiem. Halleluja! Halleluja! Когда мы вот так уверены, tā mēs esam пārliecināti. Нам легко жить. Нам легко жить. Mums viegli dzīvot. Нам легко с чем-то расставаться. Mums viegli šķirties ar Нам легко пойти на миссию. Mums viegli iet misijā. Amen. Amen. Когда людям трудно идти на миссию. Kad cilvēkiem grūti aiziet misijā. Они думают. Viņi domā. Ну как же? Nu kā? Здесь у меня работа. Šeit man ir darbs. Здесь у меня квартира. Šeit man dzīvoklis. Как я пойду на миссию? Kā es iešu misijā? Там как-то надо будет искать новую работу. Kaut kā meklēt jaunu darbu. Квартиру. А как евреи? Bet kā ebreji? Бог говорит, выходите. Dievs saka, iet ārā. Я вам дам такую землю. Es iedošu jums tādu zemi. Такие дома. Tādas mājas. Такой вам дам бизнес. Tādu biznesu. Они хорошо. Viņi saka, labi. Они шли в никуда. Viņi gāja uz nekurien. Ведь они не дошли. Viņi neaizgāja. Но поверили. Bet ticēja. И вышли за одну ночь все. Un izgāja vienā naktī visi. Вот нам нужна такая уверенность. Mums ir vajadzīga tāda pārliecība. Кому-то нужна такая уверенность. Kādam vajadzīga tāda pārliecība. Ведь раньше хотел на миссию. Agrāk gribēja uz misiju. Кто-то раньше хотел быть пастором. Kāds gribēja agrāk būt par mācītāju. Кто-то раньше хотел поехать по всему миру. Kāds gribēja braukt pa visu pasauli. И ты был уверен, что это для тебя. Un tu biji pārliecināts, ka tas ir priekš tevis. У тебя была эта уверенность. Tev bija šī pārliecība. И потом вдруг что-то случилось. Bet pēkšņi kaut kas notika. Что-то пошло не так. Kaut kas gāja ne tā. И ты думаешь. Un tu domā. Наверное, когда-нибудь. Лайком каут-кад. Кто тебе сказал когда-нибудь? Куш тебе тейц каут-кад? Я говорю. Es tev saku. Когда у тебя будет уверенность. Tad, kad tev būs pārliecība. Тогда это сработает. Tad tas nostrādās. Аминь. Аминь. Вот я 10 лет назад. 10 gadi atpakaļ. Получил от Бога импульс. Es saņēmu no Dieva impulsu. Кормить голодных. Pabrot iz tos, kur cieši badu. Не каждый хочет это делать. Не каждый что grib darīt. Я говорю, я буду кормить голодных. Es teicu, es barošu. Буду помогать бедным. Palīdzēšu nabagiem. Потом я прочитал в Библии. Pēc tam es Bībelē izlasīju. Дух Господень на мне. Tā, Kunga gars ir uz mani. Он помазал меня. Viņš ir svaidījis mani. Благовествовать нищим. Sludināt priekvēst nabagiem. Я думаю, точно я помазан. Es domāju, tiešām esmu svaidīts. Если я кормлю голодных, то я помазан. Es barojos.
я начал кормить голодных. Un es sāku barot. И вот год назад, когда началась война, un gads atpakaļ, kad sākās karš, мы поехали сразу по всем городам, которые освобождали. Un mēs braucām uzreiz pa visām pilsētām, kuras там не было водопровода. Tur nebija ūdens. Там не было электричества. Tur nebija elektrības. Не работали банки. Nestrādāja bankas. Люди просто оказались в такой ситуации, что им нечего было даже кушать. Vienkārši nokļuva tādā situācijā, ka viņiem nebija ko ēst. И мы летом поехали по всем этим городам с палаткой. Braucām pa visām šīm pilsētām ar telti. Покупали бочки воды огромные. Ūdens mutes раздавали бесплатно воду, pavelti, кормили голодных, izsalkušos раздавали дорогам, одежду, давājām drēbes. И когда началась зима, un, kad sākās ziema, и еще хуже там стало, un vēl sliktāk tur palika, то мы начали возить туда продукты питания. Mēs sākām vadīt tur barību. И даже ваша церковь собрала хорошее пожертвование. Draudzes savāca lielu ziedojumu. Таких два больших грузовика. Un divas lielas kravas mašīnas. И вот мы приехали в один город. Un mēs aizbraucām uz vienu pilsētu. Я везде говорю. Un es visur saku. Собирается 500 человек. Savācās 500 cilvēku. 1000 человек. 1000 cilvēku. Я им говорю. Es viņiem saku. Я не кормлю людей, идущих в ад. Es nebroju cilvēkus, kuri iet uz elli. Идите туда голодные. Ejiet uz turieni izsalkuši. Буду кормить только тех. Barošu tikai tos. Кто хочет в небо. Kuri grib uz debesīm. Кто хочет в небо. Kurš grib uz debesīm. Все. Visi. Все хотят в небо. Visi grib uz debesīm. Я не видел более успешной евангелизации. Es neredzēju vēl veiksmīgāku evangelizāciju. Я им проповедую. Es viņiem sludinu. Говорю им. Runāju viņiem. Когда мы привезли, на машине написали, новое поколение Рига. Kad mēs atvedām, uzrakstījām uz mašīnas jaunā paudze Rīga. Я говорю, знаете, кто это передал? Es zinu, es teicu, ziniet, kas to pastor Aleksejs из Риги со своей церковью. Mācītājs Aleksejs no Rīgas ar savu draugu. Собрали пожертвования. Savācu ziedojumus. И вот мы привезли вам грузовик. Un lūk, mēs atvedām kravas mašīnu. Полных пайков. Pilnu ar barību. Но мне пастор Алексей сказал. Bet man mācītājs Aleksejs teica. Кто не покается? Kurš nenožēlos grēkus. Pajok не получит. Nedabūs. Вы знаете, как они каются? Jūs zināt, kā viņi nožēlo grēkus? В Мариуполь приехали. Uz Mariupolu aizbraucām. Там собрали беженцев. Savācām bēgļus. А я 300 человек. Ну как 300 cilvēki. Я проповедую. Un es sludinu. Они там прославление. Viņi slavēšana. Представьте, неверующие люди. Neticīgi cilvēki. 300 неверующих людей. 300 neticīgu cilvēku. Какой шквал. Tāds atrāviens. Они ждут, куда мы попали. Думаю, kur mēs nokļuvām. Но сидят. Bet sēž. Потому что после концерта, kāpēc koncerta, пайки будут раздавать. Būs darīta. И тут выхожу я проповедую. Un šeit es iznāku sludināt. Проповедую, проповедую. Sludinu, sludinu. Женщина встает. Sieviete viena pieceļās. Вы что здесь делаете? Saka, ko jūs šeit darat? Вы почему под видом гуманитарной jūs помощи? Kādēļ slēpjoties aiz humanitārās palīdzības? Затянули нас в секту? Ievilkāt mūsu sektā? Я говорю, хорошо. Es saku, labi. Кто не хочет сектантских пайков? Kurš negrib sektantu barību? Можете идти домой. Variet iet uz mājām. Не ушел никто. Не aizgāja neviens. Ни один. Neviens. И женщина это села. Un šī sieviete arī apsēdās. Мне показалось, что она стала слушать внимательнее, чем все. Un man izlikās, ka viņa pēc tam sāk klausīties uzmanīgāk par visiem. Уже она вдруг поняла, что план не сработал. Tāpēc, ka pēkšņi saprata, plāns nenostrādāja. Когда я сказал, кто хочет покаяться, ja kurš grib nožēlot grēku, она первая выбежала. Viņa pirmā izskrēja. Но она думает, накосячила, надо исправляться. Viņa domā, ka salaida greizi, vajag izlabot tagad. Вышли все 300. Iznāca visi 300. Я их не уговаривал. Es viņus nepierunāju. Вы не хотите покаяться. Teicu, vai gribat nožēlot grēku? Kto хочет покаяться? Teicu, kurš grib nožēlot grēku? Или вы пойдете в ад? Vai iesiet uz elli? Голодными. Izsalkuši. Все вышли. Visi iznāca. Я говорю, как круто. Cik spici. Пробуждение. Atmoda. Мы в одном городе открыли церковь. Mēs vienā pilsētā atvērām draudzi. Она уже работает 2,5 месяца. Viņa jau strādā tur 2,5 mēneši. 500 человек на каждом служении. 500 cilvēku katrā divkalpojumā. Там не было ни одной церкви. Tur nebija nevienas draudzes. Ni baptiskai. Ne baptistu. Ni pizjaģiskai. Ne vasaras svētku. Ni harizmatiskai. Ne harizmatisku. Только эгоисты. Tikai Jehovas liecinieki. Когда мы туда приехали первый раз. Kad mēs aizbraucām pirmo reizi turien. Viņi teica, откройте у нас церковь. Viņi saka, atveriet pie mums draudzi. Я говорю, хорошо. Es saku, labi. В следующую субботу. Nākošu sestdienu. Открытие церкви. Draudzes atklāšana. Все, кто придет, visi, kuri atnāks, получит паёк. Saņems 500. Paiku, 500.
Потому что в зале 500 мест. Tāpēc, ka zālē ir 500 vietas. 500 мест, 500 человек, 500 пайков. 500 vietas, 500 cilvēku, 500 barības pakaļ. 2,5 месяца. 2,5 mēneši. Я на первом собрании сказал. Un es pirmā sapulcē teicu. Кто будет здесь сидеть? Kurš šeit sēdēs? Субботу в 2 часа. Sēdien divos. Будет уходить отсюда. Aizies no šeienes. С пайком. Ar paiku. И они все сидят. Un viņi visi sēž. Теперь я говорю. Un tagad es saku. Бог мне сказал. Dievs man teica. Кормить только членов церкви. Поборот только драудс лоцеклис. Членом церкви человек может стать только после водного крещения. Драудс лоцеклис это ключ человек только цаур. Кто хочет принять водное крещение? Курж принять водное крещение. Уже 200 человек записалось. Я удивился, человек перекрестился. У нас в конце июня водное крещение. В июне бегал с рудным крестием. Мы их всех покрестим. Мы всех крестим. И знаете что? Он знает кого? Есть такие христиане. Ir tādi kristieši. Зачем вы манипулируете людьми? Kāpēc jūs manipulējat ar cilvēkiem? А говорю, а вы зачем ими манипулируете? Es saku, bet jūs kāpēc manipulējat? Вы зовете человека, приходи к нам в церковь. Jūs saucat cilvēku, saka, nāc uz mums. Мы тебя исцелим. Mēs tevi dziedināsim. Мы тебя освободим. Mēs tevi atbrīvosim. У тебя восстановится семья. Tev atjaunosies ģimene. Вы что же манипулируете? Jūs tak arī manipulējat. Вы же их заманиваете сюда. Jūs tak vilināt viņus uz šejieni. И еще не для каждого срабатывает. Он не велка, уз который ты снострадал. У меня честнее служение. Манер годига колпошен. У меня пайки все получают. Манценем виси барибс пакас. У тебя исцеляются не все. Дед нас на виси. А пайки все получают. Барибс пакас, ценем виси. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот мы недавно ездили в Непал. Лук, несен браузам из Непал. Я не думал, что там будет землетрясение. Es nedomāju, ka tur būs zemestrīce. Я в том году туда полетел. Es tenī gadā tur aizlidoju. Увидел без святого народа. Ieraudzīju tautu. Насколько они бедные. Cik viņi ir nabagi. Представьте, люди ждут дождь, чтобы принять душ. Cilvēki gaida lietu, lai pieņemtu dušu. Я иду, дождь идет, и они мылятся. Es eju, lietus līst, un viņi mazgājās, ziprējās. Это в столице Непала. Tas Nepāls galvaspilsētā. В районе, где живут бедные. Районā, kur dzīvo nabagie. Идет дождь, и они мылятся. Lietus mylam. Un viņi ziepējās ar ziepēm. Я этому агенту говорю, что они un делают. Un aģentam saku, ko viņi dara? Они купаются. Kā, mazgājās? Под дождем. Zem lietus? Ну да. Ну, ja. У них нет водопровода. Viņiem nav ūdens caurumu. Речка сильно грязная. Upe ir pārāk netīra. Самое чистое, что здесь идет, pats это дождь. Tīrākais, kas šeit ir, tas ir lietus. Поэтому они ждут дождь. Tāpēc viņi gaida lietu. Чтобы покупаться. Lai varētu nomazgāties. Nu, такие бедные. Tik nabadzīgi. Прихожу, нету Библии ни у кого. Es aizēju, nav nevienam Bībeles. Nekā nav Bībeles. Nav Bībeles. Одна Библия на все собрание. Viena Bībele uz visu sapulci. Я говорю, почему у верующих нет Библии? Es saku, kāpēc ticīgiem nav Bībeles? Вот у вас есть Библия? Jums ir Bībele. Где? Kur? Тоже у одного, что ли? Arī tikai vienam. У пастора Алексея. Мацитаем Алексеем. Библия должна быть у всех. Библия должна быть всем. Новое поколение. Jaunā paudze. Такая тоже должна быть. Tāda arī jābūt. А у них нету. Viņiem nav. И одна женщина такой Библия. Un viena sieviete ir Bībele. Мне показалось, что ее уже миллион человек прочитало. Man liekas, ka miljons cilvēku jau to ir lasījuši. Обложка такая вся старая, viņa visa трёпанная. Vēca. Я подумал. Un es padomāju. Надо здесь сделать крусейд. Ir jāuztais krusēts šeien. И раздать им Библии всем. Un jāizmet visiem Bībeles. Купить много Библии. Daudz Bībeles. Знаешь, когда ты в чем-то уверен, tad, kad tu esi kaut kādā lietā pārliecināts, у тебя начинает все получаться. Tad viss sāk izdoties. Даже когда какие-то силы извне вмешиваются, pat, kaut kādi spēki no ārpasaules iejaucās, у тебя все равно получается. Tev tik un tā izdosies. И когда за 10 дней до нашего крусейда. Ну, как 10 дней лиц мус крусейда. Мы назначили крусейд. Мы снозимем крусейд. Арендовали землю. Ну, ирем землю. Сделали рекламу. Устаисям рекламу. И за 10 дней до нашего крусейда. 10 дней лиц мус крусейда. Произошло это страшное землетрясение. Ну, так еще и бресим ига земестрица. Погибло 10 тысяч человек. Айзгайбоя 10 тысяч человек. Это только тех, которых посчитали. Ты только тех, которых посчитали. Землетрясение было одну минуту. Землетрясение было только одну минуту. 10 тысяч человек. 10 тысяч человек. Погибли за одну минуту. Айзгайбоя в одну минуту лайка. И когда мы туда летели, un, так, мы даже туда долететь не могли. Мы не говорим айзлидуот. Наш самолет два часа вот так крутился над аэропортом. Мы с лидмашин два стунда слидуя вверх слидуостас. И нам не давали посадку. Мы с нелявно нолайстис. И мы улетели в Индию. Мы с айзлидуем из Индии. И потом ждали, пока нас опять заберут туда. Ведь там гадиан камерат клапанец мус нотури. Слава Богу, на второй раз приземлились. Un, paldies Dievam, otrā reiz nolaidāmies. И когда мы все это увидели. Un, tad, ka visu to ieraudzījām. Да, там нет, чтобы все разрушено было. Jā, tur nebija tā, ka viss ir sagrauts. Но миллион человек. Bet miljons cilvēku. Потеряли дома. Zaudēja mājas. Есть деревни. Ir ciemi. Которые просто съехали с горы. Kuri vienkārši пропасти все. No kalna bez dibenī. Un viss. Мы были в деревнях. Mēs bijām ciemi. Tur bija ciemi. Где не уцелел ни один дом. Kur nebija palicis vesels neviens māja. Ну, просто дома, ну, не такие, как у нас. Mājas jau nav tādas, kā pie mums. У них скорее дом пнул, и он развалился. Viņiem drīzāk māja tāda iespēja, un tā sabruka. Но все равно это был дом. Bet tik un tā, tā bija māja.
Нет ни у кого домов. Un nav neviena mājas. Ничего нету. Nekā nav. И мы едем в горы. Un mēs braucam kalnos. Провели крусейд. Pavadījām šo крусейду. Не сильно много людей было. Nebija pārāk daudz cilvēku. Но когда я увидел с точками. Bet tad, kad es ieraudzīju ar punktiem. Думаю, аллилуйя. Es domāju, аллилуйя. С точками. Ar punktiem. На крусейде половина с точками. Крусейда puse bija ar punktiem. Но это хороший крусейд. Es domāju, tas ir labs крусейд. Потому что есть люди с точками. Tāpēc, ka ir cilvēki ar punktiem. Христиане с точками не ходят. Kristieši ar punktiem nestaigā. Аминь. Аминь. И мы потом поехали в горы, в деревню. Un pēc tam mēs aizbraucām kalnos. Набрали Библии. Paņēmām Bībeles. Купили рис. Nopirkām rīsu. Соль. Sāli. И купили палатки. Un nopirkām teltis. Когда мне сказали, надо купить им палатки. Kad man teica, ir viņiem jānopērk teltis. Уже они живут под открытым небом. Tāpēc, ka viņi dzīvo zem atklātām. Дома все разрушены. Visas mājas sagrautas. Ну, я думаю, палатки. Es domāju, telts. Ты знаешь, что такое палатка? Zini, kas ir telts? Ну, я имею дело с палатками. Man ir lieta ar teltīm. Это палатки. Tās ir teltis. Там есть колышки. Tur ir mietiņi. Веревки. Virves. Все натягивается. Viss tiek nospriegots. Я начал искать палатки. Un es sāku meklēt teltis. Нашел какую-то фабрику. Atradu kaut kādu fabriku. По 15 баксов. 15 долларов. Нормальные палатки. Нормальные телти. 15 баксов. 15 долларов только. Мы закупим палаток. Mēs sapērcim šīs teltis. Давайте 100 штук нам отложите. Dodiet 100. Мы приезжаем. Mēs aizbraucam. Я говорю, где палатки? Es saku, kur ir teltis? Un сейчас? Viņš saka, tūlīt. Ну, этот не палец. Непалец šis. Вы знаете, что каждый не палец? Знаете, как вот есть палец? Не палец. А есть не палец? Каждый не палец сделан не пальцем и не палкой. Каждый. И он берет сверточек такой. По ним тату сайнити. Бросает на стол. Узмет из галда. Вот такой сверточек. Ну тату мус сайнит. Я говорю, это что? Это каста цир. Это палатка. Он сказал, телц. Es saku, pagbaigiet, nevaru saprast. Мы его разворачиваем. Mēs to atveram. Просто тряпка. Vienkārši lupata. 3 на 5. 3 reiz 5. Просто тряпка. Vienkārši lupata. Šitai vmeste. Sašūta kopā. Es saku, palatka mne nada. Man vajag telti. Так вот палатка. Lūk, ir telts. Я говорю, это не палатка, это тряпка. Та, но телц, та, ир лупата. Он говорит, нет палатка. Не, он сказал, та, ир телц. Я говорю, где столбики, там, веревочки. Кур вирвитес. Он говорит, так бамбука полно везде. Он сказал, висур, ир бамбус кок пилнц. Он на меня смотрит, как на космонавта. Он сказал, с маним, как с космонавту. Как будто я не понимаю, что такое палатка. Это как, не сопросит, кас ир телц. Он говорит, веревочки. Он сказал, вирвитес. Берешь тряпку, вот так рвешь на полосочке, вот тебе веревочки. Tādas stremelītēs. Kolešķi, mietiņš, bambus rubiš, vot tie kolešķi. Bambus nocirtīs un tur mietiņi. Železnaja logika. Dzels logika. Мы приехали туда. Mēs atbraucām uz turieni. Agent говорит. Un agents saka. Люди Библии брать не будут. Cilvēki Bībeles neņems. Они все язычники. Viņi visi ir pagāni. Они хинду. Они выбросят Библию. Viņi izmetīs Bībeli. Даже не возьмут в руки. Pat nepaņems rokās. Они боятся оскверниться. Viņi baidās apgānīties. Я говорю, вот посмотри. Es saku, nu redzēsi. Они за них драться будут. Viņi kausēs daļ viņām. Pusi Donbasa, я уверен. Es esmu pārliecināts pēc Donbasa. На 101%. Uz 101%. Все, что им дам, все возьмут. Ka visu, ko došu viņiem, viņi paņem. Все, скажу, что им делать, все сделают. Visu, ko teikšu darīt, viņi izdarīs. Аминь! Аминь! Приезжаем в деревню. Aizbraucam uz ciemu. У нас сзади грузовик, там погораем вот так. Tur, pa kalniem braucam. 6 часов ехать. 6 stundas braucam. На самую вершину. Uzbraucam pašā virsotnē. От деревни ничего не осталось. No ciema nekas pāri nav palicis. Ни одного дома. Nevienas mājas. Все развалено. Viss ir drupās. Собралась толпень. Sapulcējās pūlis. Слушайте меня. Es saku, klausieties mani. Там едет грузовик. Tur brauc kravas mašīna. Он полный риса. Tas ir pilns ar risu. Soli. Sāli. Palatak. Teltīm. Makaron. Makroniem. Но я здесь сейчас. Bet es šeit tagad esmu. Привез вам Библии. Atvedu jums Bībeles. Но перед тем, как дам Библии. Bet pirms izdalīšu Bībeles. Вы должны поверить. Jums ir jānotic. Что Иисус умер за вас. Ka Jēzus ir nomiris par jums. Верите. Да. Ticat? Jā. Все причём. Visi pie tam. Там никого говорить не надо. Tur nevajadzēja nevienu pierunāt. Все верят. Visi tic. Они в толпой дрались за Библию. Viņi pūlī kāvās daļ Bībelē. Этот агент говорит, un šis agents saka, ka сколько раз сюда привозил, никто не брал у меня Библию. Es šeit no manis neviens Bībeli neņēma. Я говорю, это у тебя не брали. Es saku, tev neņēma. Потому что не совсем уверен. Tāpēc, ka tu nebija pārliecināts. А я на 100% уверен. Bet es esmu 100% pārliecināts. Что люди хинду нуждаются в Библии. Ka cilvēkiem ir vajadzīga Bībele. Мы еще по дороге раздавали. Mēs vēl pa ceļam dalījām. Люди берут и стоят и читают. Cilvēki ņem, stāv un lasa. Читают и читают. Lasa un lasa. Не то, чтобы взял в карман положил. Viņš tā, ka paņēma un ielika kabatā. Стоят и читают. Viņi stāv un lasa.
И кто-то прочитает. Un kāds izlasīs, что Иисус Господь. Kad Jēzus ir kungs. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вам прочитаю Евреям 6:11. Es izlasīšu Ebreju vēstuli 6:11. Евреям 6:11. Евреям 6:11. Что нам нужно? Kas mums ir vajadzīgs? Чтобы обрести эту уверенность. Lai iemantotu šo pārliecību. 100% уверенность. 100% pārliecība. Во-первых, исповедуй слово. Pirmām kārtām apliecini vārdu. Всегда исповедуй слово. Vienmēr apliecini vārdu. Kad tu говоришь, ранами Иисуса я исцелён. Kad tu saki, Jēzus brūcēs esmu dziedināts. У тебя появляется некая уверенность. Tev parādās kaut kāda pārliecība. Что это правда. Ka tā ir patiesība. Я помню, как одна женщина. Es atceros, ka viena sieviete. Она мне свидетельствовала. Viņa man liecināja. Говорит, я купила вашу книгу. Он сказал, я купил вашу грамоту. И начала читать ее. Он саку то ласит. И прочитала, что надо исповедовать. Он изласил, что я плетен. У нее не было детей. Man nebija bērnu. Семья уже много лет. Dimene jau daudzus gadus. И нет детей. Un nav bērnu. И она говорит, я начала исповедовать. Un viņa saka, es sāku apliecināt. Что мое чрево благословенно. Ka manas iekšķis ir sveitītas. Что в народе Божьем нет бесплодия. Ka Dieva tautā nav neauglības. Она говорит, я решила по тысячу раз в день говорить эту фразу. Viņa saka, es nolēmu pat 1000 dienā teikt šo frāzi. И она говорила, говорила. Ничего не происходило. Nekas nenotika. Потом я приехал в этот город. Pēc tam es atbraucu šo pilsētu. Я ее никогда не видел. Es nebiju viņu nekad redzējis. Я никогда не знал. Nezināju. Вдруг на этом собрании. Un pēkšņi sapulcē. Мне Дух Святой говорит. Man Svētais Gars saka. Здесь есть женщина. Šeit ir sieviete. У них нет детей. Viņai nav bērnu. Скажи им, что у них будет дети. Pasaki viņiem, ka viņiem būs bērni. Я говорю, кто вы такие, выйдите вперед. Es saku, kas jūs tādi esiet, iznākiet priekšā. 7-8, может быть. 7-8, varbūt. Я говорю, у вас у всех будет ребенок. Jums visiem būs bērns. И помолился. Un palūdzu. И потом уехал. Un pēc tam aizbraucu. Через года 3 опять вернулся. Pēc gada 3 atkal atgriezos šajā pilsētā. Un подходит женщина с ребенком. Un pie manim pienāk sieviete ar bērnu. Говорит, я вам сейчас расскажу свидетельство. Он сказал, что ты стасишь лецию. Я прочитал вашу книгу. Если засею юз грамоту. Начал исповедовать. Саку оплетена. Исповедовать. Оплетена. Исповедовать. Оплетена. Исповедовать. Оплетена. Я была так уверена. Из бит тик парлы. Что мое исповедание сработает. Как винис оплетена пар. Но прошел целый год, но я все равно исповедовал. Пока я весел с гадцем на стеку, да, оплетена. И когда вы приехали. Он только юз отбрался. Я сказал, Дух Святой. Я стоит Святой Гарс. Пусть он за меня помолится. Lai viņš palūdz par mani. Пусть это будет как-то сверхъестественно. Lai tas ir kaut kā pārdabiski. И вот в тот момент. Un tanī mirklī. Когда я сказал, здесь есть бесплодные. Kad es teicu, šeit ir neauglīgas. Ее сердце наполнилось уверенностью. Viņas sirds piepildījās ar pārliecību. Вот этого не хватает многим. Tā trūks daudziem. Они верят. Viņi tic. Они осуществляют. Viņi īsteno. Они что-то делают. Viņi kaut ko dara. Но вот нет этой уверенности. Bet nav šīs pārliecības. Вот этой железной 100% уверенности. 100% pārliecības. И когда она услышала, un tad, kad viņa sadzirdēja, я сказал, в течение года, un teicu, gada laikā, у вас у всех будет дети. Jums visām būs bērni. Я не знаю за всех. Es nezinu par visām. Но она родила. Bet viņa dzemdēja. Halleluja. 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 Второе. Otrs. Проси у Бога знамения. Lūdzu Dievam zīmes. Не можешь быть уверен. Neesi pārliecināts. Попроси знамения. Palūdzu zīmes. Помнишь, как Бог говорит Гидеону? Atceries, kā Dievs teica Gideonam. А, не, Гидеон сам просил знамения. Гидеон спас просил знамения. Это был Езекия. Это был Ецесхия. Он говорит, проси себе знамения. Он сказал, проси знамения. Он говорит, не буду. Он сказал, не проси еще. Не буду. Не проси еще. Ты что меня затрудняешь? Ты ко мне обгрутини. Богу нужна вот эта уверенность. Дем ир вайдзик ши парлец. Чтобы было легко действовать. Лай вегли будут рикотес. И когда Езекия начал сомневаться. Он сказал, Ецесхия сак шаубитес. Бог говорит, проси себе знамения. Проси луц сел зимес. Я не буду просить знамения. Я не проси еще зимес. Не буду искушать Господа. Я не кардинал, что кум. В некоторых случаях. Даже сгодимос. Надо просить знамения. Ир я просит зимес. Если ты не можешь уверовать. Я ту не варинотес. Не можешь быть уверенным. Не вер будет парлец. Попроси знамения. Так попроси зимес. Бог даст тебе знамения. Дьявол даст тебе. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда Гидеон, помните? Kad Gideons atcerās, Bog же мог на него разозлиться. Ведь Dievs varēja uz viņu sadusmoties. Он говорит, вот тебе шерсть. Viņš saka, lūk tev vilna. Ложу на траву. Noliek uz zāles. Пусть трава будет мокрая. Lai zāle ir slapja. А шерсть сухая. Bet āda sausa. А? Утром просыпается. No rīta pamostās. Трава мокрая. Zāle slapja. Шерсть сухая. Āda sausa. Бог говорит. Dievs saka. Ну что, удостоверился? Ну ко, парлайтинаешь? Нет. Не. Теперь наоборот, пожалуйста. Так вот радак, лай нотек. Что такое на ключе, а? Ну, кац не кауня. Нет. Не. Не на ключе. Не виз не кауня. А хочу быть уверен. Бет грибу парлайтинаться. Хочу быть уверен. Грибу будет парлайтинаться. Чтобы на полпути не остановиться. Лай пустыля не обстатус. Чтобы не сломаться. Лай не слуться. Хочу быть уверен. Грибу будет парлайтинаться. Что мне это надо. Команды сервати. Что я должен это делать. Команды сервяты. И когда у меня есть эта уверенность. Тат команды шипа. То я делаю все совершенно по-другому. Да, здоров, вишь, пойдем с Они пришли на гору. Вини узкая обкалка. А Бог говорит.
Скажи, кто трус, пусть идут домой. Курс ир байлайкс лает уз мая. Их и так было в 6 раз меньше. Кто трус? Курс байлайкс. Уз мая. 22 тысячи отвалил. 22 тысячи айзгай. Осталось 10. Палика 10. Если бы Гедеон не был уверен. Где Гедеон не будет парлайцинац? Он бы начал сомневаться. Он сказал, ты шау бейтес. Нас и так было мало. Mums jau tā maz. А теперь еще меньше. Bet tagad vēl mazāk. Наши шансы 1 к 20. Mūsu iespējas 1 pret 20. Это невозможно. Tas nav iespējams. Kā tu уверен? Ka tu esi pārliecināts. Все возможно. Viss ir iespējams. Они идут дальше. Viņi iet tālāk. Река. Upe. Бог говорит, попейте. Dievs saka, padzerieties. Только ты смотри, как кто пьет. Tikai skaties, kā kurš dzer. Кто пьет, как собака. Kurš dzer kā suns. Пусть идет домой. Lai iet uz mājām. Кто пьет, вот так. Kurš dzer no plaukstas. Пусть идет с тобой. Lai iet ar tevi. Он смотрит, 300 осталось. Видишь, когда у нас 300 палыкуши. 300. 300. Когда ты не уверен. Так, когда не испарлайцинац. Тебя любое уменьшение смущает. Ты, якура, помзинаши нас. А когда ты уверен. Бет, так, когда испарлайцинац. Тебя больше не смущает ничего. Ты уверен, никас не иситис. Ты знаешь. Ту зины. Твое сердце уверено в Господе. И парлайцинаты там кунгам. Вы знаете, как с греческого переводится знаете, уверенность? Как но греть толкуясь парлайцība? Дословный перевод с греческого Tieši уверенность. Толкуем с парлайцībai, но греть волос. Свобода слова. Варда брівība. То есть я говорю, что хочу. Es saku, ko es gribu. Я говорю то, что хочу. Es runāju to, ko es gribu. Это дословный перевод. Tas ir tieši tulkojums. И он нам говорит. Tev ir jāsaka. Нас осталось 300. Mums palika 300. А их 200 тысяч. Bet viņi 200 tūkstoši. Знаете что? Bet ziniet ko? Я уверен. Es esmu pārliecināts. Мы их возьмем. Mēs viņus paņemsim. Они смотрят на него. У меня скатас уз виню. Это как случай с поленом. Tas ir kā gadījums ar mietu. Они смотрят на целителя с поленом. Viņi skatās uz dziedinātāju ar mietu. Он им говорит. Viņš viņiem saka. Это полено. Šis miets. Волшебное. Ir буржу мет. Я тебя сейчас жахну им. Es tūlīt ar to iemaukšu tev. И ты исцелишься. Un tu būsi vesels. Ты понял? Tu saprati? Понял. Sapratu. И все исцеляются. Un visi bija veseli. Потому что сам этот волшебник. Tāpēc, ka viņš pats bija буржу. Он верит в это полено. Viņš ticim. Метом. Он, наверное, сам себя его бьет. Он, наверное, под сил, если это рвень орит. Чтобы еще лучше верить. Лай вел лабак тицату. Проси знамение. Луд зимес. Не уверен, проси знамение. Не испарлайте нас, луд зимес. Аминь. Аминь. Я сейчас проповедовал в Израиле. Я стою цуд на Израиле. В Иерусалиме. Иерусалиме. Мне пишет одна сестра. Ман ракст вен маса. Пастор Дмитрий, Мацитай Дмитрий, благословите наш брак. Светит мусу лаулы. Мы здесь в Израиле. Месяц сам шейт Израиль. Мы из России. Месяц сам ну кривис. Вы не можете приехать. Вы юс неверату отбрал. Но какое счастье. Када лайме. У нас свадьба в Израиле. Мумс каз Израиль. Помолитесь за меня. Полудзит пармари. Хорошо. Если кулабы. Приезжайте на собрание. Брауцы эту сапулцы. Я вас благословлю. Неси у свети еще. Они приехали. Виня от брауца. Она мне рассказывает историю. Виня монстасты, ну отикуму. Она была неверующая, она только два года как уверовала. Виня бы не тицы, виня девгады как люди. Заболела раком. Виня сослым арвейзи. Четвертая степень. Четвертая покапля. Ей удалили половину легкого. Он плаушес пусть. Она лежит и умирает. Виня гандризи умерст. И врачи говорят. Нарцы сака. Все. Ведь. Мы не можем вас вылечить. Мы не верим никого издать. У вас метастазы во всех органах. Юмс метастазы в висос органах. В почках, в печени. Нерес, акнас. В кишечнике. Зар нас. Вам остались считанные дни. Юмс палыкуш скайта идз дианас. Она в интернете ищет клинику. Он виня интернета в Израиле. Клинику Израиля. Куда ей поехать? Лаустурена айсбраукт. И к ней приходит евангелист. Он появился, однако, евангелист. Там, в больнице, в России. Тур, слымница, Кривия. И начинают проповедовать. Он сах в ней слуденат. Дают ей мои книги. Идут грамотс манс. И дают ей мои проповеди. Он идут манс сватрунс. Я ее никогда не видел. Es nekad neredzēju. Никогда не знал. Никогда не знал. Она тоже меня никогда не видела. Виня арī man nav redzējis. Просто слушал мои проповеди. Винкарш клausījies manas Прочитал мои книги. Сватрунс, изласīja грамотс. Так поверила. Un tā noticēja. Я исцелюсь. Ka es dziedināšos. Я обязательно исцелюсь. Es noteikti tapšu vesels. Я не умру от рака. Nemiršu no vēža. И вот такая уверенность у нее появилась. Viņai parādījās tāda pārliecība. Она поехала в Израиль. Viņa aizbrauca uz Izraelu. И начали снова делать процедуры. Un sāka atkal no jauna taisīt procedūras. Снова начали делать обследования. Sāka darīt apsekošanas. И она когда проходила последнее обследование. Un tad, kad viņa gāja cauri pēdējai apsekošanai. В этот день ей должны были объявлять результат всех обследований. Viņai vajadzēja pateikt rezultātus izmeklējumiem. Viņai palātu prilietel golubi. Un palātā ieldoja balodas. Они каждый день прилетали. Мне, который день лидует. Но это был голубь, который принес масличную ветку. Bet tas bija balods, kurš atnesa eļļas. Она еще не прочитала всю Библию. Viņa nebija izlasījusi visu Bībeli. Она не знала, что Ною тоже голубь принес ветку. Nezināja, ka arī Noasam balods atnesa. Это было свидетельством, что спасение пришло. Liecība, ka glābšana atnākusi. И она думает, смотри-ка. Skaties. Как-то удивительно. Kaut kā dīvaini. Где голубь взял эту ветку? Kur balods paņēma šo zariņu? Она была в больнице в Тель-Авиве. Viņa bija slimnīcā Tel-Avivā. В Тель-Авиве нету масличных деревьев. Tel-Avivā nav eļļas koku.
Все деревья в горах. Весь кок ир каунос. Это голубь нужно было лететь, сколько-то километров. Вайдзе лидуот на чтобы принести эту ветку. Лай отнесу зареню. И он ей принес. Он что отнес в И в этот день. Он чини диена. Врач говорит. Арсака. Вы полностью. Юз. Здоров. Пилный ба эсет васа. Аллилуйя. Аллилуйя. Он говорит, вы не уверены, потому что не удостоверены. Юз насет парлетинат и тапец насет парлетинат. Тогда тебе легко идти. Так, то есть пару лет назад ты увегли это. Еще одна сестра. Велвина Маса. Это была в Севастополе. Вы не были в Севастополе. Я три года назад. Три года. Четыре, может. Четыре, вербу. Я проповедовал. И слудиной. И говорил, что Бог может дать новый сустав, новый орган. Я унс органус. У него есть целый склад для каждого человека. И вас с ног того с которым человеком. Я говорю. Вы конкретно попросите у Иисуса, что вам надо. Если кьюс конкрет, попросите Иисус, как вам сваться. Не молитесь абстрактно. Не лудзит абстракты. Как люди, Бог, мне надо все. Как человек сказал, Диос, мне надо все. Он говорит, все. Он человек, вис. Получай. Санем. Конкретно говорю. Конкрет, сак. И она начала кричать. Бог, мне надо колено, мне надо колено. Диос, мне надо их цель, мне надо их цель. У нее был туберкулез колена. В ней был целиоз туберкулез. Из этого колена было согнуто 7 лет. Он шестел, она ходила на костылях. Не стягаю с крутем. И когда она попала в больницу, вот так в неноклю слымница. Врач сказал, у вас нет колена. Арсак юмс нау целя. Туберкулез его разрушил. Туберкулез тоер сайдус. Показал ей снимок. Парадай узням. На котором нету сустава. Кура нау шо сайшу. Говорит, ваша нога не может работать. Не сак юсу кай невер страда. Потому что нет сустава. Да подкину сайшу. Все закостенело. Висер. И она говорит, ну а что делать? Он говорит, ничего не делать. Он сак, ну ко дарить, не ко. Мы постараемся выровнять вашу ногу. Мы стентисимес, естественно, ты ускал. Чтобы она хотя бы прямой была. Ловить мы с ним Тайсон ставя эту. Но уходить вы не сможете. Стайгать юс не спесит. И вот она попала в собрание. Он тут не ноклюса полце. Когда она начала орать, дай мне колено, дай мне колено. Когда не соклик, дот мацел. С ней ничего не произошло. Арвини не косне нотика. То есть колено осталось согнутым. Цел сарипалы косалецы. И она вернулась в больницу. Вини отгрызла слимница. На следующий день. На кошу одена. И опять делали снимки. Вини откалтайся и узнаем ему. И врач приходит. У нас отнак. Говорит, Света. Он сказал, Света. Ты симулянтка. То есть симулятор. Она в смысле? Винскатас. Тка. Ты что тут лежишь? Ты кушает гулы. И он держит два снимка в руках. У меня тура ты в сузняем срока. Ты что здесь лежишь? Тука печает гулы. У тебя полностью здоровое колено. Ты верпилный гвасал сцелись. И представьте. Он садит в этот момент. Шиней мерклы. Когда он ей сказал, вот снимки. Когда винч потай слух узняем. И на этом снимке на втором есть колено. Вот я узняем ир целись. Ее нога разогнулась. У меня тка. И она сейчас бегает. У меня так скрайда. Она ходит, бегает. Винь стайга скрайда. У нее два снимка. Винь див узняем. На одном нету колена. Вина на уцеле. А на другом есть колено. Вот я ир. Когда она получила эту уверенность, она смогла поверить проповеднику. Но не была уверена. Но когда врач принес снимок, уверенностью наполнилось ее сердце. И тут же произошло чудо. Так будет и с тобой. Когда твоя уверенность достигнет максимума, тогда произойдет чудо. Евреям 6.11. Последнее. Пэдэйс. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности. Бет мэйс грибам лай катрс но юмс парада но пашас цери центибас. Есть совершенная уверенность. Лай пастават пилнига цериба. Совершенная. Пилнига парлэйцэйба. Совершенная. Пилнига парлэйцэйба. Нам нужна совершенная уверенность. Мумс вайдзик пилнига парлэйцэйба. Аминь. Аминь. Не частичная уверенность. Не весь далее парлицы. Совершенная уверенность. Пилный парлицыба. Аллилуйя. Аллилуйя. Для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. К юс не то под кутри, бет секует тем, кас артицибу, пациетиба, иман то вису. Чтобы ты действовал. Лай ту рикотос. Чтобы ты был наполнен уверенностью. Lai tu būtu piepildīts pārliecība. В том, что великий Бог живет в тебе. Данный коварный из Диос живет в тебе. Тебе надо действовать. Ты в реалии кое-что. Внутри тебя Бог.
Tevi ir Dievs, который действует, kurš rīkojas, ты получаешь результат, tu saņem rezultātu, а результат, bet rezultāts, он разговаривает с тобой, tas runā ar tevi, и говорит, да, un saka, jā, я великий Бог, es esmu varens Dievs, живет в грешном человеке, dzīvo grēcīgā cilvēkā, и для которого нет ничего невозможного, kuram nav nekā neiespējama, я сейчас понимаю, почему хантеры так говорили, un tagad saprotu, kāpēc хантеры tā teica, он говорит, мы самые неудачные целители, viņš saka, mēs esam paši neveiksmīgākie dziedinātāji, мы помолились за тысячу человек, mēs lūdzām par 1000 cilvēku, никто не исцелился. Он невинс не а первый вообще умер. Венц номер весь. Мы за него помолились, а он умер. Мы сполучаем пару винюнч номер. Мы подумали, может быть, нам не надо это делать. Мы сподумаем, вербу, потому что с наудядера. И дьявол говорит, да, не надо сказал, вам это делать. Да, им что, не вейк дарить. Вы будете молиться, а люди будут умирать. Юс лукс, ядь бы цилвак мирс. Но они продолжили молиться. Ведь они турпинай лукт. Есть момент, когда ты веришь. Ir mirklis, kad tu tici. А есть момент, когда ты уверен. Bet ir mirklis, kad tu esi pārliecināts. Царедворец пришел к Иисусу. Kad Jēzus pie Jēzus atnāca. И говорит, мой сын больной. Un saka, mans dēls ir slims. Иисус ему говорит. Jēzus viņam saka. Если ты не увидишь чудо. Ja tu neredzēsi brīnumu. Ты не сможешь уверовать. Tu nespēsi noticēt. Иди, твой сын исцелен. Ei, tavs dēls ir vesels. И написано, он поверил словам. Un viņš noticēja vārdiem. Но когда пришел домой. Bet tad, kad nāca uz mājām. И увидел здорового сына. Un ieraudzīja veselu dēlu. И узнал, в какое время произошло. Kādā laikā to notika, viņš uzzināja. Написано, он уверовал. Ir rakstīts, viņš kļuva. Ticīgs pats, и весь его дом. Viss viņa nams. Вот что может делать уверенный человек. Lūk, ko var darīt pārliecināts cilvēks. Он всех приведет к Богу. Viņš viss atvedīs pie Dieva. Аминь. Аминь. Чем больше ты будешь молиться. Jo vairāk tu lūksi. За больных. Par slimiem. Тем быстрее ты станешь уверен. Jo ātrāk tu kļūsi pārliecināts. Именно этой уверенности не хватает. Šīs pārliecības trūks. Потому что когда ты молишься за больного. Tāpēc tad, kad tu lūdzi par slimu. Ты думаешь, исцелиться, не исцелиться. Tu domā, dziedināsies, nedziedināsies. Бог, пожалуйста, сделай это. Dievs, lūdzu, izdari to. Или ты уверен. Ja tu esi pārliecināts. На 100. Uz simts. Он исцелится. Viņš tāpēc dziedināts. Мы знаете, как привыкли. Jūs zināt, kā esam pieraduši? У вас, наверное, мало веры. Jums, laikam, ir maz ticības. Поэтому вы не можете исцелиться. Tāpēc nevarat tapt veseli. Наверное, вы кого-то не простили. Laikam, kādam neesam piedevuši. Ну, скорее всего, вы десятину не платите в церковь. Drīzāk par visu jūs desmitoties nemaksājat. Поэтому как-то Богу трудно вас исцелить. Tāpēc Dievam grūti jūs dziedināt. Потому что мы не уверены. Tāpēc, ka mēs neesam pārliecināti. Но когда я уверен. Kad es esmu pārliecināts. Uz simts. Во мне живет Бог. Manī dzīvo Dievs. Который Христа воскресил. Kurš Kristu augšām cēlis. Тот же самый Святой Дух. Tas pats Svētais Gars. Который поднял Христа из гроба. Kurš Jēzu Kristu pacēla no. И вознес небеса. Un pacēla debesīs. Тот же самый Святой Дух. Tas pats Svētais Gars. Который жил в Иисусе. Kurš dzīvo Jēzus. Когда он ломал хлеб. Kurš lauza maizi. Он кормил тысячи людей. Un pabaroja tūkstošiem cilvēku. Не имея ничего с собой. Viņam nebija līdz nekā. Кормил тысячи людей. Pabaroja tūkstošiem cilvēku. Моя миссия каждую неделю. Mana misija katru nedēļu. Я путешествую. Es ceļoju. А моя миссия каждую неделю. Bet mana misija katru nedēļu kormit tisšu cilvēku Donbasā. Baro tūkstošu cilvēku Donbasā. Потому что я стал уверен. Tāpēc, ka es kļuvu pārliecināts. Что это надо делать. Ka tas ir jādara. Через это прославится Иисус. Ka caur to Dievs pagodinās. Через это Царство Небесное расширится. Ka caur to Dieva valstī paplašināsies. Я стал уверен. Kad es kļuvu pārliecināts. Что Бог обеспечит все мои желания в Боге. Kad Dievs nodrošinās visas manas vēlmes Dievā. Да 5 лет назад я первый раз поехал на миссию в Индию. 5 gadi atpakaļ, kad es aizbraucu uz misiju pirmo reizi. Я стал верить. Es sāku ticēt. Но сегодня я уверен. Bet šodien esmu pārliecināts. В том, что Бог поддержит меня в любой ситуации. Kad Dievs atbalstīs mani jebkurā situācijā. Amen! Amen! И когда у тебя есть эта уверенность. Tas, ka tev ir šī pārliecība. И нам не хватает вот этой вот уверенности. Ka mums trūk šīs pārliecības. 100% уверенности. 100% pārliecības. Amen! Amen! Когда люди смотрят на мир, который их окружает. Kad cilvēks skatās pasauli, kuru viņus apkārt. Да, плохо в мире. Jā, slikti pasauli. И будет еще хуже. Un kļūs vēl sliktāk. И будет кризис еще больше. Un krīze būs vēl lielāka. И войн будет больше. Daudz vairāk. И землетрясение будет больше. Zemestrīču vairāk. И голодных будет больше. Būs vairāk. И болезни будут еще страшнее. Slimību būs briesmīgāks. Зачем мне на все это смотреть? Kādēļ man uz visu to jāskatās? Мне Иисус сказал. Man Jēzus teica. Иди по всему миру. Ей по весь пасау. Проповедуй Евангелие. Слудини Евангелие. А я буду подкреплять его. Bet es apstiprināšu to. Чудесами знамениями. Ar brīnumiem zīmēm. Я не хочу быть с этим миром. Es negribu būt ar šo pasauli. Сомневаться каждый день. Šaubīties katru dienu. Целый год. Veselu gadu. Каждый день. Katru dienu. Пишут. Rakst. Начнется война. Сакс карш. Начнется война. Сакс карш. Начнется война. Сакс карш. Война начнется. Да, начнется война. Карш. Война начнется. Да, будет вторжение. Будет атомная война. Būs karš. А я открываю Библию. Bet es atveru Bībeli. А там написано. Bet tur rakstīts. Идите по всему миру. Ejiet pa visu pasauli. Проповедуйте Евангелие. Sludiniet Evangeliju. И будете видеть чудеса. Un redzēsiet brīnumus. Ранами его мы исцелились. Viņi brūcēs esam dziedināti. Верующему возможно все. Ticīgiem iespējams viss. Обилие богатства в доме праведника. Taisnā, namā ir bagātība. У всех война. Visiem karš.
А у нас возможности. Bet mums iespējas. У всех кризис. Visiem krīze. А у нас прорыв. Bet mums izrāviens. Потому что мы не от мира сего. Tāpēc, ka mēs neesam no šīs pasaules. Мы небесные люди. Mēs esam debes cilvēki. У нас работает все по-другому. Mums strādā viss savādāk. Аминь. Аминь. Но нужно быть уверенным. Bet jābūt pārliecinātiem. Аллилуйя. Аллилуйя. Я знаю одну вещь. Es zinu vienu lietu. Чем больше ты служишь, jo vairāk tu kalpo, тем больше ты уверен. Jo vairāk esi pārliecināts. Если ты не прилагаешь эмоции к своему делу, ja tu nepieliec emocijas pie savas lietas, ты становишься неэффективным. Tu kļūsti neefektīvs. Это касается всего. Tas skar visu. Если я делаю любимое дело, ja dari mīļotu darbu, я буду счастлив. Es būšu laimīgs. И буду еще лучше делать. Un vēl labāk darīšu. Я нашел свою тему. Es atradu savu tēmu. Я проповедник. Es sludinātājs. Проповедник Евангелия. Sludinātā evaņģēlija. Я балдею от этого. Es no tā sludinās. Мне нравится это. Man tas patīk. Мне нравится вот так рассказывать людям. Man patīk stāstīt cilvēkiem. Видеть, как они, как кролики, выходят на покаяние. Redzēt, ka viņi kā zaķi, поднимают ручки, патлю рот, сдаются в плен, padodās. Потом исцеляются. Pēc tam top dziedinās. Освобождаются. Atbrīvojas. Мне нравится это. Man patīk tas. Поэтому я эффективный. Tāpēc esmu efektīvs. А кому-то это не нравится. Bet kādam tas nepatīk. Он выходит проповедовать. Viņš nāk sludināt. В своей церкви. Savā draudzē. Смотрит на людей. Skatās uz cilvēkiem. Опять пришли. Atkal atnāca. Десятину не носят. Десятис ненес. Пожертвования маленькие. Зидой мазини. А я им должен служить. Bet man viņiem jākalpo. И кто он проповедует? Un pēc tam sludina. Никто не счастлив. Neviens nav laimīgs. А когда я проповедую? Bet tad, kad es sludinu. Все счастливы. Visi laimīgi. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что я уверен. Tāpēc, ka esmu pārliecināts. В том, что я проповедник. Tāni, ka esmu sludinātājs. Аллилуйя. Аллилуйя. Я уверен. Es esmu pārliecināts. В том, что моя миссия состоится. Tāni, ka mana misija piepildīsies. Независимо от того, сколько она стоит. Neatkarīgi no tā, cik viņa maksā. Я просто в этом уверен. Es esmu pārliecināts. А если я позорюсь? Ja es... Опять скажу. Atkal teikšu. Дьявол нам помешал. Es... В следующий раз будет все хорошо. Velns patraucēja, nākošais viss būs labi. Потому что я уверен. Jo esam pārliecināti. В своем призвании. Tik un savā aizinā. Петр говорит, сделайте твердым свое призвание. Kas darīt stipru savu pārliecību. Давайте мы поднимемся. Mēs piecelsimies. Я хочу сегодня с кем-то молиться. Un es gribu šodien ar kādu lūgt. Молиться о твоей уверенности. Lūgt par tavu pārliecību. Чтобы ты перестал сомневаться. Lai tu pārstātu šaubīties. То, что ты избираешь. To, ko tu чтобы ты был в этом уверен. Lai tu esi pārliecināts tanī. Бог тебя призвал. Dievs ir tevi piesaucis. И было бы хорошо, если бы ты был в этом уверен. Būtu labi, ja tu būtu pārliecināts. Бог за тебя, и было бы хорошо, если бы ты был в этом уверен. Dievs ir par tevi, un labi, ja tu esi pārliecināts. Первая молитва для тех, кто еще не спасен. Lūkšana priekš tiem, kas nav glābti. Если вы не спасены, ja jūs neesat glābti, сюда. Tad nāc šeit. Я с вами помолюсь. Es palūkšu par jums. Иисус Христос войдет в ваше сердце. Jēzus Kristus ienāks jūsu sirdī. Пайков нет. Есть только спасение. Ir tikai glābšana. Поэтому приходи просто спастись. Nāciet vienkārši un es tapt glābts. Принять Христа в свое сердце. Pieņemt Kristu savā sirdī. Потому что наступит момент. Tāpēc, ka pienāks mirklis. Когда будет неважно. Kad nebūs svarīgi. Сколько было денег. Cik bija naudas. В чем ты жил. Kur tu dzīvoji. На чем ты ездил. Ar ko tu brauc. Во что ты одевался. Ko tu vilki mugurā. Будет важно одно. Būs tikai svarīgi viens. Записано ли твое имя в книге жизни. Vai tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Знаете, Zinat, когда люди говорят, tad, kad cilvēki saka, мне не нужен Иисус, man nav vajadzīgs Jēzus, у меня все нормально, man viss ir kārtībā, я богатый, es esmu bagāts, у меня карьера, man ir karjera, у меня хорошая семья, man laba ģimene, у меня все получается, man viss izdodas. Знаете, jūs zinat, деньги можно заработать и без Иисуса. Naudu var nopelnīt arī bez Jēzus. Первые 10 самых богатых людей. Pirmie 10 bagātākie cilvēki. Нет ни одного христианина. Tur nav neviena kristieša. Они заработали свои миллиарды без Иисуса. Nopelnīja savus miljardus bez Jēzus. Сделать карьеру. Uztaisīt karjeru. Можно и без Иисуса. Var arī bez Jēzus. Посмотрите, сколько успешных Skatiet, политиков. Cik daudz veiksmīgu politiku. Они сделали карьеру, и они не христи. Viņi uztaisīja karjeru, un viņi nav kristieši. Можно иметь хорошую семью и без Иисуса. Var būt laba ģimene arī bez Jēzus. И хорошо воспитать детей. Un labi izaudināt bērnus. Но знаете, что нельзя сделать без Иисуса? Bet ziniet, ko nevar izdarīt bez Jēzus? Без Иисуса никто не пойдет в небо. Bez Jēzus neviens neies uz debesīm. Ni один. Neviens. Ni bagātie. Nebagāti. Ni uspešnie. Neveiksmīgs. Никто. Neviens. В небо не пойдет без Иисуса. Uz debesīm neies bez Jēzus. И пока у тебя есть шанс. Kamēr tev ir iespēja. Лучше воспользуйся им. Labāk izmanto to. Приди к нему. Nāc pie viņa. Я просто проповедник. Es vienkārši sludinātājs. А спасает Иисус. Bet glābj Jēzus. И он входит в сердце. Atnāk sirdī. Начинает там жить.
un sāk tur dzīvot. Есть кто-то ещё? Vai ir vēl kāds? Кто не спасён? Kurš nav glābts? Кто не уверовал? Kurš nav pārliecināts? Может, возле вас кто-то? Varbūt kāds no jums? Покажите мне его. Я позову. Es pasaukšu, parādiet. Никого нет? Neviena nav. Может, вы привели кого-то? Varbūt jūs kādu atvedāt? Тайком покажите. Slepeni parādiet. Хорошо. Там в фойе тоже никого? Нету? В фойе тоже никого нет. Давайте с вами помолимся. Un mēs palūksim kopā ar jums. Я хочу, чтобы вы сказали со мной эту молитву. Es gribu, lai jūs kopā teikt ar manīm šo lūkšanu. Иисус Христос войдет в ваше сердце. Jēzus Kristus ienāk jūsu sirdī. Закройте глаза, поднимите. Aizveriet acis un paceliet savas rokas. Давайте все поможем. И те, кто по телевизору, тоже молитесь. Visi palīdzēsim, kas televizorā skatās ar lūkšanu. Отец мой небесный. Mans debesu Tēvs. Я прошу тебя. Es lūdzu tevi. Прости все мои грехи. Piedod visus manus grēkus. Иисус Христос. Jēzu Kristu. Я верю. Es ticu. Что ты умер за меня? Ka tu nomiri par mani. И воскрес. Un augšām cēlies. Для моего оправдания. Lai attaisnotu. Я принимаю твою жертву. Es pieņemu tavu upuri. Я принимаю твою милость. Es pieņemu tavu žēlstību. Я принимаю твое спасение. Es pieņemu tavu glābšanu. И прошу тебя, Иисус. Un lūdzu tevi, Jēzu. Войди в мое сердце. Ienāc manā sirdī. Стань моим Господом. Kļūsti par manu Kungu. Стань моим Спасителем. Kļūsti par manu Glābēju. Стань моим Богом. Kļūsti par manu Dievu. Я буду твоим человеком. Es būšu tavs cilvēks. Навсегда. Uz visiem laikiem. Amen. Amen. Slava Bogu. Slava Dieva. Halleluja! Halleluja! Jēzus, ja prašu, prikasnīs k ņem. Kā ty однажды prikasnūsia ka mne, prikasnīs k ņem. Pūst tvoja milosti obnovīca. I pūst всякое prokļātie būt razrūšanā. Pūst tvoja blagoslovenie prīdēt. Va imē Jēzusa. Amen! Halleluja! Ja vas pozdravļāju. Es jūs apsveicu. Чада Божье. Теперь Иисус просил все ваши грехи. И ничего нет, никакой вины у вас. Аминь. Слава Богу. Кто там вообще? Вот, пройдите с Андреем на две минутки. И вернемся назад. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Вы знаете, когда я вернулся с Непала, с миссии. Когда я отгрызлся, но Непал, но я увидел, какой бедствие там. Ирудзи, сколько много бедных людей. Тик труда вот знабу человеку. Я был так вдохновлен. Избита и это смое. Быть на миссии. Будут миссия. Каждый раз, когда куда-то еду. Который из катка укурбрал. Я пойду мусульманам, язычникам. Мусульманам, поганым. И вижу, как они спасают. Он рад, как они то обглапты. Я не знаю, как кто. Я не знаю, как курш. Но я думаю, Иисус Христос. Bet es domāju, Jēzus Kristus. Безумно счастлив. И ļoti laimīgs. Я приехал в церковь. Es atbraucu uz draudzi. И многие люди у меня в церкви уже давно верующие. Un daudz cilvēku man sen draudzē jau ticīgi. Я им проповедовал миссию. Un es viņiem sludināju par misiju. Я говорю, знаете? Es teicu, zināt? Дьявол украл у вас мечту. Velns nozaga jums sapni. Возможно, многие из вас. Varbūt daudz no jums. Мечтали быть на миссии. Sapņoja atrasties misijā. Поехать куда-то служить. Aizbraukt kaut kur kalpot. Но дьявол. Bet Velns показал вам свои дела. Viņš parādīja jums savas lietas. Egipte. Говорит, вы о чем там мечтаете? Jūs par kaut ko sapņojat? У вас работы мало. Jums darba pamāk. Mēs dadīm две работы. Mēs iedosim divas darbas. И три работы. Trīs darbas iedosim. Еще какой-то микробизнес. Un vēl kaut kādu mikrobiznesu. Еще какую-нибудь пирамидку вступить. Un vēl kaut kādu piramīdu. И кредитик тебе дадим. Un kredīti. Только не думай. Tikai nedomā. Пойти на миссию. Iet misijā. Всю жизнь крутись. Visu dzīvi. Решай дьявольские вопросы. Страда. Un risin velna jautājumus. Но не думай о главном. Bet nedomā par galveno. Что надо проповедовать Евангелие. Ka vajag sludināt evaņģēliju. По всему миру. Pa visu pasauli. Amen. Amen. У меня где-то 100 человек вышло на молитву. Un 100 cilvēku iznāca uz lūkšanu. Я аж удивился. Es pat izbrīnījos. Vai хотите на миссию? Jūs gribat misiju? Vai tie bēdnie strāni? Мусульманские страны? Мусульмане валстись. Там опасно. Тур бистами. Язычники еще опаснее, чем мусульмане. Паганы ир бистамак нека мусульмане. Вас могут убить там. Ведь юсар тур ногалина. Там нужно жить не так, как здесь. Там нет комфорта. Вэк дзивот не так, а шей тур ног комфорта. Там придется кушать, что вам найдете. Эйс току атрадыйся. Как-то верить в Бога, что он может вас обеспечить там. Тицает Девам, ка винч тур юсар нодрошинат. Вы знаете, когда есть Слово Божье. Он знает, когда ир Дев варц. У людей что-то просыпается внутри. Цилвако сатмост. Я знаю, здесь есть много людей. Он знает, что это дауц цилвак. Бог вам говорил о миссии. Детям тур ной пар миссии. Он говорил о каком-то служении. Runāja par kādu kalpošanu. Бог вам говорил о пасторстве. Runāja par mācītājiem. Но с годами. Bet ar gadiem. Дьявол вам столько вопросов наделал. Velns tik daudz jautājumu sēs. Что вы занимаетесь только тем. Ka jūs nodarbojaties tikai ar to. Что решаете его вопросы. Ka risināt viņu jautājumus. Раздаете свои долги.
Пытайтесь исцелиться. Пытайтесь семью свою восстановить. Еще что-то сделать. Дьявол говорит, только не думайте об одном. Вам надо идти в служение. Думайте вот об этом. Дома прошу. Я вам еще подвалю вопрос. Если мы свел пел шпарцы. У вас будет столько. Не узбустик дал. Что вы всю жизнь об этом думаете? Как весь день про то дома сидит. А я вам сегодня говорю. Бет если саку. Вдруг у кого-то где-то в глубине души. Бет если как укрут весело. Осталась эта мечта. Палец еще сапный. Как лен курящийся. Ка. Он может только лишь тлеется. Я знаю, что Иисус. Извинка Иисус. Может его раздуть. Во рту. И сделать огромным пламенем. Знает, и пламя станет таким сильным, стипра, что ты побежишь скрес, и увидишь, как благ Господь. Он стекла в сердце. Аминь! Аминь! Поэтому если есть такие люди, человеки, у которых сегодня лен начал курить, там, раскуриваться, он сак, только виня, начал купить, дымить, тлеть, то я хочу с тобой молиться. Es gribu lūk kopā ar tevi. А где певцы? Вот такой лен начал воскуриваться. Как сака купает. Мечта начала так просыпаться. Сапн сака сабрукт. У вас нету возможности. Юмс нау еспей. Вас дьявол окружил столько вопросов. Ванцер илен цер тик дау дзяутаемем. Что вы даже не знаете. Ка юс пат незинат. Когда эти все вопросы закончат. Как вище яутаем бейксис. Как будто они вечные. И как те будут мужи. Я вам скажу, они вечные. Так чем вы не можете? Они никогда не закончатся. Он никогда не бейксис. Он будет грузить вас и грузить. Вич, спекраус и усом пекраус. Только бы вы не подумали. Лай тика юс не сакту дума. О том, что у вас есть призвание от Бога. Про то, как айтинаем сно дьявол. О том, что он вас призвал проповедовать Евангелие по всему миру. А почему бы не мы были спасителями этой земли? Иисус, я благодарю тебя. Jesus, pateicos tev. Я молюсь сейчас о каждом человеке. Лучше про катру человеку. Чтобы ты пришел в их жизнь. Тот, который льна не угасит. И соломинки не переломит. Тот, который пришел разбудить нас. Зажечь нас огонь. Огонь, который будет гореть. Который будет светить. Который пойдет по всему миру. Чтобы спасать этот мир. Я молюсь, чтобы пришла эта уверенность. Уверенность в Боге. Упование в Боге. Упование в Боге. Упование. Упование в Боге! Упование в Боге! Упование в Боге! Во имя Иисуса! Jesus vārdā! Дух Святой! Святой Гарс! Я прошу! Lūdzu. Только ты можешь это сделать. Tikai tu var to izdarīt. Ты можешь зарядить нас этой уверенностью. Tu vari uzlādēt mūs ar šo pārliecību. Я прошу тебя. Un es lūdzu tevi. Заряди нас. Uzlādē mūs. Такой сильной уверенностью. Ar tik stipru pārliecību. Дай знамение. Силой возлюбившего. Дай знамение. Dod zīmes. Дай свое слово. Dod savu vārdu. Чтобы мы могли быть уверенными. Lai varētu būt pārliecināti. Я все смогу. Силой возлюбившего моего царя, все смогу с тобой, я все смогу. Силой возлюбившего моего царя, все смогу с тобой, я все смогу. Силой возлюбившего моего царя, все смогу с тобой, я все смогу. Силой возлюбившего моего царя, исповедуй, все смогу, исповедуй, с тобой, исповедуй, я все смогу. Силой возлюбившего моего царя, все смогу с тобой, я все смогу. Силой возлюбившего моего царя, все смогу с тобой, я все смогу. Силой возлюбившего
моего царя. Все смогу с тобой. Он поддержит меня на пути моих дел, даст мне крылья и силу лететь. Ничего не боюсь, потому что со мной всемогущий и сильный Господь. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Я все Он смогу. Поднимет меня на высоты свои и покажет мне землю с небес. Твой огонь. В мечту, что на сердце его, это есть спасение людей. Я все смогу силой возлюбившего. Просыпайся, его царя. Просыпайся, все смогу с тобой. Я все смогу силой возлюбившего. Моего царя. Все смогу с тобой. Царя, все смогу с тобой. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Он поддержит меня на пути моих дел, даст мне крылья силу лететь. Ничего не боюсь, потому что со мной всемогущий и сильный Господь. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Как я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Он поднимет меня на высоты свои и покажет мне землю с небес. Покажет мечту, что на сердце его, это есть спасение людей. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Все смогу с тобой. Я все смогу силой возлюбившего моего царя. Ты сможешь. Все смогу с тобой. Ты сможешь. Я все смогу
силой возлюбившего моего царя, все смогу с тобой, я все смогу. Знаете, пастор Алексей, я вам хочу сказать по-честному, вы великий человек. Потому что в Библии слово дерзновение, упование и уверенность в греческом оригинале обозначено одним словом. И когда я уверовал, и все мои учителя, которые здесь, в Риге или в Украине, я, может быть, многого не помню уже, но помню одно. Это безумная вера, уверенность в том, что все получится. Несмотря на трудности, цифры. Вот этому я научился. Быть уверенным. Когда все говорят, это невозможно, сейчас такое время, это невозможно. А ты уверен, я все смогу. Аминь! Поэтому давайте возьмем хорошую жертву и посеем. Посеем в уверенность. Я уверен. Мое семя сработает. Я уверен. Я буду богат на всякое доброе дело. Я уверен. Аминь. Мне один пастор сказал недавно: зачем ты столько всего делаешь? Надо уже как-то, когда возраст приближается, у меня только все начинается. Надо как-то уже определиться, или ты пастор, или ты евангелист, или ты крусейдер, или ты тренер, или ты учитель, или ты... кто ты? Я говорю, если бы христиане не были такие пассивные, возможно, я бы и избрал какое-то одно дело и занимался бы им эффективнее в 1000 раз. Но так как нету делателей, я когда вижу тюрьмы, никто не идет в тюрьмы, может, там не дают благословений, тебе нужно наоборот тратить туда деньги. У нас даже в оккупированных территориях все колонии работают, все церкви в колониях работают. 10 колоний, которые остались, которые не разбомбили, не распустили, там работают наши собрания, туда ходят наши капелланы. Даже в оккупированных территориях у нас 10 церквей, которые функционируют подпольно. Там людей поменьше, конечно же, стало. Мы 50 церквей закрыли, когда началась война. И 50 открыли в Украине новых. Мы даже на 3 больше открыли. 47 закрыли, 50 открыли. Аллилуйя. Сейчас открыли в Каунасе церковь позавчера, 2 дня назад. Аллилуйя. Все вернется. Я увидел такую вещь. Я спрашивал: Бог, какое сейчас время, какое время, какое время? И он говорит: да, было время Ездры, когда он строил храм. И это было легко, все получалось, все так бах, все построилось. Потом было время Неемии, когда он строил стены. Это не очень интересная работа, строить стены. Но сейчас время, когда Бог будет расширять наше царство. Царство небесное. Я верю. Все проблемы в мире, которые сейчас происходят, только для того, чтобы мы поехали миссионерами по всему миру. К нам в Украину приехал один человек из Панамы. Запустите сокровищницу, пока я говорю, чтобы люди пожертвовали семя. Приехал апостол из Панамы, Альварес. Такой горячий, такой проповедник. У него в церкви 25 тысяч человек. Президент страны ходит в его церковь. На стадионе собираются, молятся там все. Он летает на вертолете, берет елей, бутылки. И Панама вся помазана. Такая интересная страна. У них там, они прорыли такой коридорчик с Тихого океана в Атлантический. И проехать на корабле через этот коридорчик стоит всего лишь 100 тысяч долларов. 300 метров проехать. Просто если в объезд ехать, это $1 миллион. И все корабли мира предпочитают пользоваться Панамским каналом.
В Никарагуа коммунисты тоже хотят сделать, только мозгов нет у коммунистов это сделать. А там пробуждение. И вот он приезжает и говорит: я всю ночь не мог заснуть, я всю ночь не спал. И Бог сказал: я дам тебе пророчество для Украины, для движения нового поколения. И он говорит: вы пойдете открывать церкви в Европе. Вы должны пойти открывать церкви в Европе. Прошло полгода. Ему поставили план: мы сейчас в Эстонии хотим церковь открыть, в Германии у нас там несколько городов есть, где мы сейчас должны открыть церковь в этом году, в Стамбуле у нас есть люди, где мы откроем церковь уже в этом году, это как раз на границе Европы и Азии, потом в Китае у нас уже есть люди, в Харбине, где мы тоже откроем церковь в этом году, и много-много. И приезжает Дак Милс, тоже такой сильный учитель, учит о помазании, и он говорит в какой-то момент: учил, два дня учил, в какой-то момент останавливается и говорит: теперь я, говорит, понимаю, почему у вас война. Потому что Украина – это самая горячая точка в пробуждении в этой части мира. Ни в России, ни в Европе нету такого пробуждения, столько людей верующих. Поэтому вы должны пойти в Европу. И один в один. Так вот мы пришли. Встречайте нас. И то, что сейчас решается вопрос безвизовый въезд, сейчас упрощенная схема получения виз. Это только для того, чтобы все поехали в пробуждение спасать людей. Аминь! Поэтому все вы тоже, я верю, что вы тоже украинцы наполовину. Потому что у нас один Господь, его зовут Иисус Христос. Петро та Павло то наши были. Поэтому я верю, будет большое пробуждение в Прибалтике, в Европе. А потом мы пойдем все в Азию. Я увидел план Божий. Когда в Иерусалиме произошло пробуждение, Бог повел их в Азию. И в Азии было мощное пробуждение. Потом с Азии пошло в Европу. В Европе было мощное пробуждение. Потом было затишье. И из Европы, когда возродилось снова пробуждение, Мартин Лютер, Джон Весли, все пошло в Америку. И пока в Америке произошло пробуждение, оно опустилось в Южную Америку. Это прошлый век, 50-е годы, 60-е годы. И потом с Южной Америки перешло все в Африку. Это 70-е годы, 80-е годы. И потом в 90-е все перешло в нашу часть мира, в бывший Советский Союз. И здесь уже все переколбасилось, мы все научились, мы все уже опытные. И сейчас Европа опять подзатухла Европа, подпротухла чуть-чуть. Какие-то гомики тут хотят ходить. Не праведники, а гомики. Что-то праведники не хотят ходить, а гомики хотят ходить везде. И я вижу, как план Божий работает, что сейчас произойдет пробуждение в Европе и отправится в Азию. В Азии живет 5 миллиардов человек. Это нехристи. И потом Иисус вернется через Азию домой, в Иерусалим. Последнее пробуждение будет в Израиле. Через Азию. Когда муслики, которые уверуют, они начнут проповедовать евреям. Представляете? Не бомбить евреев, а проповедовать евреям. И тогда придет конец. Придет Иисус и заберет всех нас в небеса. Аллилуйя! Бог благослови. Благослови все семена. Умножь их во 100 раз, чтобы каждый знал, что здесь был ты, Иисус, и ты любишь свой народ. Благослови. Я молюсь сейчас о решении этих нужд. Пусть эти нужды никогда не станут смыслом нашей жизни. Пусть эти нужды отпадают от нас, как репяхи, которые прилипли по дороге. Во имя Иисуса Христа. Благослови своих людей, благослови свой народ. Аминь. Аллилуйя. Пастор Алексей, воспользуюсь случаем, пастор Алексей, апостол Алексей, архиепископ Алексей, чтобы вы за меня помолились. Потому что очень много работы, и я не всегда справляюсь. Огромное спасибо, Дмитрий. Давайте поблагодарим Господа. Это прекрасное служение. Дмитрий давно у нас не был. Но я думаю, это такой эксклюзив. Он ни на кого не похож. И никто на него не похож. И даже если кто-то попытается быть на него похожим, это очень рискованно. Это почти как по тонкому льду. А вот с него вот все. Вот все, что бы он ни говорил, все четко. Я думал в конце, что ты полено вытащишь оттуда.
И мне показалось, что люди бы рванули бы и сказали: новый метод Дмитрия Макаренко. И все бы исцеление получили бы. Но на самом деле, вот, на самом деле очень оригинальный дар. Я восхищен тем, каким богатством Бог наделил новое поколение. Было бы очень тяжело и грустно, если все на меня были похожи. Еще хуже, если все на него были похожи. Но в том-то и контраст, и красота, что мы все настолько такие разные. И сидишь аж, что он говорит, как? Вы знаете, этот мир спасет не метод и не система определенная, а вера в конкретный метод и вера в конкретную систему. Вот верит человек, уверен в этом, и в Непале будет пробуждение, и в Израиле будет пробуждение, все. Я восхищаюсь. Иногда на самом деле зацикливаются люди на каких-то деталях, спорят о методах, это правильно, это неправильно. Начинай делать и покажи, что твоя вера может сделать. На самом деле я восхищаюсь, Дмитрий. И в тюрьмы идут, и какие-то миссии Пакистаны, Непалы, они туда идут. И миссионерская школа, и на самом деле открытие церквей – это великий дар. Мы это признаем, и хочется выразить огромную благодарность. И на самом деле бренд нового поколения и движение нового поколения, оно обогащается, оно становится таким многосторонним благодаря вот смелости, самобытности. Вот я думаю раньше, где же эти, откуда великаны брались вот в обетованной земле? Теперь понял, из Украины. Но только это теперь Божьи генералы, Божьи великаны. И дай Бог, чтобы мы исполнили волю Божью. На самом деле Европе нужна очередная волна реформации, пробуждения. И я выражаю огромную благодарность, Дмитрий. И давайте помолимся. Помолимся, чтобы Бог дал команду, чтобы Бог дал ресурсы. И чтобы все, что в сердце у этого смелого человека, все это осуществилось в полной мере. Драгоценный Дух Святой, я благодарю Тебя за этот уникальный дар. Я благодарю Тебя за тот труд, который совершает Дмитрий. И я прошу во имя Иисуса Христа, пусть ограда и защита пребывает над ним. Пусть кровь Иисуса Христа пребывает над ним, когда он в зоне риск, когда он находится на территории опасности. Пусть ангелы Твои хранят его на всех путях. Пусть приходит дерзновение и смелость. Пусть дары Святого Духа действуют, как никогда. Пусть он ревнует о дарах больших. И пусть, Господь, пути превосходнейшие открываются для него. Дай сверхъестественное благоволение со всех сторон, власть имущих. У кого есть возможности, пусть возрождается царственное священство, и пусть открываются двери высшие эшелоны власти, чтобы Евангелие могло принадлежать не только тем, кто живет внизу, за чертой бедности, но пусть это Евангелие, оно достигнет высшие эшелоны власти. Пусть, Господь, эти проконсулы Сергии могут слышать это Евангелие, и пусть в тех кабинетах всякие волхвы, они теряют свой авторитет. Пусть арены этого сражения поднимаются выше, намного выше. Боже, веди дальше от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. Мы благословляем этот дар и просим Тебя, переводи его на новые высокие уровни во имя Иисуса Христа. Амин. Все, дорогой. Большой брат, спасибо. Большие аплодисменты, Дмитрий. Огромное спасибо. Аллилуйя! Ну вот, а хотел куда-то в воскресенье лететь. Хорошо, что сюда залетел, прилетел. Я на самом деле пережил большое благословение. Держите это слово. Вы знаете, задача минимум – изменить себя. Задача максимум – изменить мир вокруг себя. Причем Бог дает одну жизнь и для того, и для другого. Так много людей в церкви, которые себя меняют лет 80.
А для того, чтобы изменить мир, ни здоровья, ни времени не хватает. И то, что сегодня звучало, что мы должны стать, познать свою миссию, мы должны понимать, что меняя мир, мы можем себя спасти. Потому что кто-то думает, я решу свои проблемы и потом начну решать какие-то другие проблемы. Нет, нет, решая проблемы ближнего, мы решаем свои собственные проблемы. Поэтому пусть вот эта нива, которая пожелтела и готова к жатве, наполнится делателями. Первая Индия, первый Пакистан, первый Непал у тебя рядом в доме. Сколько неспасенных родных, сколько неспасенных родственников. Начинай оттуда. Захвати еще с собой кого-то, чтобы здесь на покаяние выходили десятки, как в прежние добрые времена. На самом деле, давайте станем миссионерами, во-первых, у себя в родстве, у себя в районе, у себя в городе. И пусть Бог пошлет потом своих миссионеров до краев земли. Еще раз, Дмитрий, огромное спасибо.